selfish, I am flawed, but I can love. And so I wear this smile fit for the place above. You know me, the truth gets heavier every night. I promise I'll be the one if you help me win this fight. Доброе утро, мои дорогие! У нас сегодня пятница. Сейчас 7:10. Я уже умылась. Обычно я просыпаюсь чуть раньше, ну, когда как. Иду сейчас будить детей. Их завезет Влад в садике в школу, а я, наверное, останусь с Адрианой дома. Давно я хотела снять такое видео, мое утро, но никак не собиралась, потому что график еще не могла устаканить с детками. Адриашка еще совсем крошечная была. Вот, но сейчас уже более-менее понятно, как она себя ведет, когда она спит, когда бодрствует. Поэтому решила для вас снять это видео. Надеюсь, оно вам понравится. Ставьте лайк, досмотрите его до конца, поддержите меня и приятного вам просмотра. Маленькая девочка, ты просто лежишь. Я просто лежу и вообще даже не плачу, не рожу. Да, я жду, когда меня все помоют, переоденут, да? Ущенок маленький лежит в окошко, смотрит. Маленькие ножки такие бежали по дорожке. Маленькие ножки одели костюмчик, уже 68 размер. Немножко большеват, но просто 62 маловато, поэтому... Лучше пусть больше, чем меньше. Да? Гусеньки, мы уже гукаем вовсю. Скажешь что-то? На камеру скажешь что-то? Погукаешь немножечко? Немножечко, совсем. Погукаешь? Я вчера в Инстаграм в сторис выкидывала видео, как она гукает. Маленькая моя девочка. Булечка. Ой, что я вижу? Нога вышла. Моя нога застряла. Застряла моя нога. Что это такое? Давай ее спрячем. Спрячем ножку. Бусенок. А гугусенький. Те гугусенькие булочки маленькие. Маленькие булочки. Да. Ежик. Ежик, я всем показываю, да? Доброе утро. Вы уже проснулись? Да. Проснулись уже? Ты еще не проснулся? Привет. Что это такое? А он тут гамаки строил. Гамак для медведя? Ничего себе. Доброе утро. Готовы идти в садик, в школу? Я да. Я не знаю, что бассейна сегодня нет. Почему бассейн не может быть? Не только у тебя бассейн только один раз в недельку. Просыпайся. Нет. Просыпайся. Нет. Зато сегодня мне София принесет подарок. Все, чистим зубки хорошо. Милана вчера была у стоматолога. Влад ее завозил, поставили ей, да, сказали, много раз придется приезжать, потому что у Миланки... Боже, я уже забыла, сколько там по счету 12. Зубов. 12 зубиков надо залечить от кариеса. И один сразу залечили. И записались мы сразу на следующий прием. А то вообще больно.
Еще мазинку да, мазинку. Я вставлю банановой. Да. И даже если оно было невкусно. Я вставлю маленький кадр. Покажу, как это было. Маме покажу. Ну все, давайте чистите зубки. После этого пьем витаминки, да. Потом одеваемся, переодеваемся. Идем в школу! У вас так же утро бодро проходит, как у нас. Все, давайте. Доставай витаминки. Будь здорова. Витаминки пьем с хлорофиллом. С утра, Димка, идешь витаминки пить? Да, давай. Пьем хлорофильчиком. Будь здорова. Федик, доброе утро. Доброе утро, мальчик. Ночью Тедик у нас спит в ванне. Ну, в ванне мы его закрываем, там у него, чтобы он не выходил в туалет, все, да? Бусинка, доброе утро. Доброе утро, маленький. Давай, доставай хлопья. Так, берем тарелочки. Оп. У меня уже дряжка просится, чтобы я ее помыла. Закрываем. Давай, спрыгивай. Опа, молодец, насыпай. Мы обычно Димку, ну, когда как, когда кормим, когда нет, он все равно... В зарубке кушает с утра, а Милану нужно покормить. Давай. Сып-сып-сып-сып-сып-сып. Молодец. Давай милашки тоже насыпай. Молодец. Цветочки, кстати, которые я делала в полициальной школе, до сих пор стоят в губке. Периодически губку мочим. Красивые. Вот Милашкино расписание школьное. Сегодня у нее вообще уроки в 11:15 вот начинаются. На религию она не ходит до 13:45, но у нее во вторник и в пятницу дополнительный польский язык, поэтому едет она утром, потому что у нее польский. После польского языка идет в светлицу, и потом уже на 11:15 опять у нее уроки. А ты уже налил молочко, да? Все, Милашка, бери, грей, в микроволновку ставь тарелочку. Чучело с глазами. Давай быстренько, Милаш, мы спешим. Ставь тарелку в микроволновку, давай. Молодец, Дима, быстрее, быстрее Милашки. Давай, Димон, доставай. Достанешь? Давай, я помогу. Оп. То молоко холодное. Все, Димка, садись, кушай. Садись. Пока дети сейчас кушают, я быстро Адрианку помою. Вообще, я не так рано ее мою. Она бывает еще спит вообще в это время. Но сейчас уже она просится, чтобы я ее помыла. Поэтому быстренько, пока не кушают, я ее помою. Я Адряшке утром обычно делаю массаж. Воздушные такие ванны, вот вечером она не любит массажи, всякие гимнастики, поэтому вечером после ванны просто мою ее, переодеваю, а утром уже мы занимаемся гимнастикой, зарядочкой, массажем, она такая более спокойная, может дольше полежать спокойно и все эти процедуры вытерпеть, так сказать. Дряшка, смотри, погремушка твоя. Следи уже глазками за погремушками. Погремушка твоя? Да? И гусенок маленький. Агу, скажи. Скажи агу. Скажи агу. Агу. Мне кажется, что она вот-вот скоро начнет уже улыбаться. Агу. Да. Скажи агу-агу еще. Скажи еще что-то. Скажи всем привет-привет. Скажи. Да.
Пощешем волосики наши, да, массажик такой головки. Да. Да. А еще картинки такие я и ставлю здесь, черно-белые. Она их тоже хорошо смотрит, любит. Вот так вот. Да? Любишь эти картинки? Дотя. Любишь эти картинки? И смотрит глазенками маленькими. Девочка мамина сладкая такая булочка. Мы, кстати, Адряшке купили такой мобиль классный. Вот синий лап, и он светится. Ночью будет виднее, конечно. Тут разные песенки. Белый шум. Я обычно ей так включала на компьютере. Природа, животные и даже джаз. Классно, Адряшка. Пока что еще так, ей игрушки, она только-только начинает на них смотреть. И лежит и смотрит на них. Да. Да, маленькая девочка. А когда я ее на пеленальном столике пеленаю, то она смотрит постоянно на этого гномика. Да, моя девочка, да. I'm losing sight, cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. I can't hide. Сажу ее обычно утром в такое кресло. Это вообще столик для кормления, но столик с няней получается кресло. Включаем музычку утром. Обязательно на ютубе. Или включаем мой канал. Давайте, обувайтесь. Папа наш еще спит. Дима, куртку доставай. Или ты без куртки собрался идти? Сначала завозим Димку, потом Милашку. А, нет, у Милашки же на 8 польские дополнительные, поэтому сначала Милашку, потом Диму. Вот. А так я хожу сама. Обычно, если утром Милана с папой едет, то завозим сначала Диму, потом Милану, потому что у него вторая смена. Вот. Либо Милашка пешком идет потом. Давай, Димка, одевайся, шапочку возьми свою тоненькую. Нет. Да, нужно. Нет, Ян, ты кроссовки со школы потом домой принесешь? Сегодня? Ну да, потому что выходные впереди. Может понадобится. Доставай шапку, Димка. Молодец. Все, оделись. Пока, удачного дня. Милана, пока, говорим. Пока-пока. Не вижу тебя. Пока. Вообще у нас утро немножко проходит чуть-чуть по-другому. Я не просыпаюсь так рано. Но в плане, что я просыпаюсь, конечно, я деток провожаю там в садик, в школу. Но я потом еще ложусь спать дальше. Но стараюсь, чтобы Адриана дольше 9 часов утра не спала. У меня стоит будильник всегда на 9 утра, на всякий случай. Вот, да. Она обычно утром, я ее кормлю, могу поменять памперс, и она спит вот где-то до 9 еще. Вот, поэтому, ну так как я снимаю видео, то сейчас уже 8 часов, она уже помылась, все, у нее уже утро сегодня раньше началось, и она уже хочет спать. Уже начинает капризничать, так что я, наверное, сейчас буду ее укладывать спать. И повставляю еще кадры, как Влад завозит детей в садики в школу. Как я говорила, Милана учится во вторую смену, поэтому у нее уроки начинаются, бывает в 12, бывает в 11, по-разному. Каждый день абсолютно разное время. Только вторник и пятницу у нее дополнительный польский утром, поэтому возим ее с утра. А так вообще она с утра... остается дома до момента начала уроков и идет в школу, ну, либо если плохая погода, Влад ее завозит на машине, если хорошая погода, то пешком, я Адряшку ложу в коляску, как раз она просыпается уже, все, и мы спокойненько прогуливаемся заодно с коляской, и я ее провожаю в школу. Вот, но вот сегодня утро вот такое, вот сегодня пятница, у Миланы польский, поэтому она отправилась вместе с Владом. И да, еще один наш член семьи, это Тедик. Утром мы его обычно выгуливаем в 8 утра.
Вот, сейчас 8, конечно же, Адриашка уже капризничает. Наверное, положу ее сейчас в коляску, пойдем прогуляем Теда, выгулим. Обычно это делает с утра, ну, раньше делала я всегда, либо дети. Сейчас часто делает это Влад. Он завозит Димку и сразу берет Тедика, выгуливает, пока я еще сплю. Вот. А днем уже выгуливаю я. Вечером уже детки приходят с садика, там со школы, и они выгуливают Теда. В общем, у нас все стараются участвовать в его жизни. Да, Тедик, он уже просится на улицу. Но у него есть пеленочка, как бы он ходит на пеленочку дома. Вот, наверное, сейчас будем собираться, хотя я еще не кушала. И буквально хотя бы минут 15 хватает с ним погулять, чтобы он не скулил дома, потому что он может скулить и прямо просится, стоит возле дверей. Нужно бросать все дела и бежать выгуливать Тедика. Да, дочь, скажи, я уже хочу спать. Спать хочу я, да? Бусинка маленькая, сейчас как раз в колясочке поспишь, да? Ну что, приехали? Да. Мы домчали без пробок почему-то, не знаю как. Мы выехали без 9 минут. А сейчас сколько время, знаешь? Нет. 1 минута. Мы за 10 минут закинули милашку и приехали к тебе в садик. Это, наверное, самый быстрый наш доезд за все время. 1 минута осталось. Ну что, потопали? Нет. Не, не потопали. Здесь будем сидеть? Да. В машине будешь? Да. Ну окей, давай. И в 5 часов все заберем. Только по машине чур не бегать. Договорились? Хорошо. Ну что, пойдем? Нет, ты мне сам сказал. Пойдем, пойдем, я пошутил. Нет, ты не пошутил, ты мне реально сказал. Ну ты же реально не сможешь. Первое слово дороже второго. А первое слово съела корова. Давай, пойдем. А корова подавилась. Сено утонилось. Такого я еще не слышал. Вываливаемся. Давай. Давай, 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 давай. Давай, давай. Что, уснул? Давай. Побежали. Все, давай, пока-пока. Все заберу. Хорошо? Хорошо. Что, на улицу хочешь гулять? Вышла я все-таки с Адрианой, а с Тедом скулит. Идем на улицу гулять? Гулять? Да. Давай. Ходи. Все, побежали. Побежали. Сейчас, подожди коляску. Ну что, я закинул Милану и Диму. Заскочил в жабку, взял кавку. Еду домой, иду. Уже подходим. Посмотрим, что наша мама делает. А вот, кстати, и мама. Она даже нас не замечает. Привет! А я говорю, что зашел в жабку и иду к тебе и посмотрю, чем ты занимаешься. Я хотела взять в жабке кофе, а потом подумала, мне с коляской, с собакой в жабку идти. Я с тобой поделюсь. Я взял одно на двоих. Я решила, что потерплю. Ой, спасибо большое. Где там наш самый главный герой? Она уже плакала, хотела выйти куда-то. Тед плакал, хотел выйти на улицу. Адриана плакала. Все плакали. Все плакали. Кошмар. Все. Ну, пошли прогуляемся, ставлю вам компанию. Ну, такая погода хорошая, да? Очень хорошая. Солнышко, красота. У нас небо чистое-чистое. Телефон, если не упадет. Бабье лето, что ли, наконец-то? Ну, и по прогнозу, там вроде послезавтра заканчивается. Да? Быстренько. Вот и все. То Адриашка уснула просто моментально, как только в коляску положил. Влад мне кофе принес. Доставка кофе в постель. Доставка кофе в постель. Постель не получилось. Называется «Свой завтрак откладываем», но потом сначала всех выгуливаем, всех развозим куда и надо. Да, а только потом, если останется время, если Адриана позволит, то мы покушаем. Мы уже погуляли, приехали, пришли домой. Да, я погуляла, поспала. Такая жилеточка у нас уже, ну, сейчас тепло, но будет опять прохладно, по вечерам холодно очень. И вот мы купили такой комбез, заказали, вернее, нам доставка пришла на OLX. Классно здесь, что закрываются ручки, и ножки можно открыть тоже и закрыть.
такой тепленький, я думаю, что до зимы хватит. Потом зимний комбез купим, да? Адряшка будет лисенком у нас таким. Еще мы не одевали его, он немножко будет у нас большеват, но ничего страшного, пусть лучше больше, чем меньше. Ну что, скази? Пойдем на кухню, теперь будут кушать родители, да? Не знаю, насколько это видео получается у меня таким прямо блогерским, красивым, как многие снимают мое утро. Но, надеюсь, вам все равно понравится. Конечно, я не сильно довольна тем, что у меня получается сейчас в съемках. Я немножко не так себе планировала это видео. Ой! Немножко не так планировала это видео. Вот, у нас нет долгого такого утра, да, маленькая моя. Обычно утро у нас максимум полчаса длится утром, до того, как отправляем детей в садик и в школу. А дальше занимаемся уже мы своими делами. Да, бычонок? Вот сейчас родители будут кушать. The roads that lay open are many. When the old one's gone under the knife, and I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow. Завтрак приготовила, оладушки, чай. Пока готовила, Адряшка уснула Влада на руках, он пошел ее положил в кроватку. Мы сейчас будем завтракать. Приятного нам аппетита. Как раз есть возможность, пока Адряшка спит, покушать спокойно и дальше заниматься своими делами. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this. Все, мы уже позавтракали, Влад в комнате, там Адряшка спит, и он сидит, занимается своими делами, там в компьютере работает. В общем, а я взяла свой компьютер, ноутбук перенесла в зал, и хочу сейчас, пока Адряшка спит, заказать себе крем для лица. Я уже выбрала на Allegro. Добавила в корзину, вот осталось только заказать. Уже все позаканчивалось. Вот. Крем там. И вообще еще хочу, но еще не смотрела, правда, хочу заказать на Allegro. Или не знаю, может на OLX. Посмотрю, если будет в хорошем состоянии, заказать Адриашке коврик. Потому что она уже хочет ползать. Понятно, что она еще ползать не умеет, но она отталкивается ножками, если ладошку вот так подставить. И на пеленальном столике она уже взрослая, как бы большая стала, неудобно немножко заниматься. Поэтому хочу такой коврик купить плотный, как он, не знаю, из поролона он сделан или из чего. В общем, если найду, выберу, покажу тоже. Заказать, чтобы заниматься. Думала еще развивающий коврик купить, вот который с игрушками висячими. Но не было у меня никогда развивающего коврика ни с Миланой, ни с Димой. Поэтому не знаю, понравится ей такое, не понравится. Но надо что-то точно купить, потому что, когда я занимаюсь своими делами, например, в зале, ее некуда поставить, вот кроме вот этого стульчика, то, что я показывала. Но она в нем долго не сидит, она в нем максимум минут 15 может посидеть, и то, если в хорошем настроении. Вот, поэтому вообще я думала качелю какую-то, но качеля тоже... Пока она не начнет ползать, она там будет сидеть. И дальше начнет ползать, ей уже будет неинтересно качели, шезлонги. Она захочет везде ползать, все рассматривать. Поэтому как-то не хочется на пару месяцев качель покупать. Вот думаю о развивающем коврике. Может быть, он поможет немножко ее как бы отвлекать, пока я, например, занята своими делами. Потому что вообще невозможно практически ничего дома сделать, только когда она спит. Когда она не спит, я вообще делами не занимаюсь. Я сижу с ней,
максимум 15 минут, говорю, может посидеть, дать что-то сделать, а так нет. Вот, так что ладно, не буду много болтать, а то сейчас она проснется, опять ничего не сделаю, и закажу себе то, что я хотела. Тед уснул, надо, кстати, его покупать сегодня. Уснул маленький, да, шплю я там, шплю. У меня до сих пор стоит надпись «Girl». Так красиво, даже не хочется никуда убирать. Ладно, буду заказывать, а то я так опять ничего не сделаю. Покажу, если будет видно. Вот хочу купить такой тоник La Roche-Posay. Никогда им не пользовалась, но слышала, что хороший. И крем под глаза и обычный крем для лица. Крем фирмы Сисдерма. Я пользовалась этой фирмой, мне очень нравится. Для моего типа лица подходит. Здесь набор по хорошей цене. Так вообще каждая баночка по 100 где-то злотых. А тут крем для глаз идет как gratis подарок. Вот. А по поводу коврика. Вот здесь я вбила, получается. Вот развивающий коврик. Вот так выглядит. И вот такой вот коврик, который гармошкой складывается, его можно убирать. И раскладываешь его, он такой плотный, и на пол постелить, чтобы дряжка училась ползать. Вот. Но как бы цена такая, больше 100 злотых. Может быть, что-то и дешевле есть, конечно. Но примерно такая цена. Поэтому, наверное, я посмотрю это на OLX. Я просто не вижу смысла покупать это новым, потому что развивающий коврик вот такой, он вообще, мне кажется, сильно долго не прослужит, потому что как только начнет Адриана ползать, мне кажется, ей уже это будет не особо интересно. Вот, а этот коврик пригодится подольше, даже когда она уже ходить, может быть, будет. Это такой и в детскую можно постелить на пол, чтобы играться. Вот этот я бы, может быть, даже новый купила. Посмотрим. Если не будет в хорошем состоянии на OLX, то куплю новый. А вот этот, то точно на OLX сейчас буду смотреть. И что я точно не буду делать с Адрианой, так это покупать много-много разных погремушек, игрушек. У нас такое было с Миланой и с Димой. Но даже мы не покупали, нам многое что дарили, многое что отдавали в Беларуси. И игрушки были просто везде, везде, и ребенку было интересно. Просто обычная, например, пластиковая бутылка. Милана и Дима предпочитали какой-то классной, веселой погремушки бутылку. Или там кружку какую-то пластмассовую. Вот обычные бытовые вещи были интереснее, чем игрушки. Поэтому сильно заморачиваться не буду. У Адрианы пока что только две погремушки. Вот побольше и поменьше, и все. На коляску тоже еще ничего не покупала, не цепляла. Пока что этого ей хватает, особо она на них так реагирует иногда. Вот, поэтому, думаю, развивающий коврик, хватит его пока что. А там дальше посмотрим по мере ее взросления, как она будет вообще на игрушки реагировать. Но много покупать точно не буду. Хватает Миланиных и Диминых игрушек. Если что, Милана сказала, будет делиться куклами с Адриашкой. Представляете, сидела, выбирала коврик для Адриашки развивающий. И тут позвонила Миланина учительница Владу. И сказала срочно забрать Милану со школы, что Милана заболела. Что она там что-то побежала со слезами умываться, плакала. В общем, непонятно, ничего мы не поняли. Влад пошел за Миланой, посмотрим, что там случилось. Странно, короче, в общем, придет посмотреть. У Миланы как раз сейчас должен начинаться компьютерный урок. То есть, по сути, она побыла-то ничего в школе. Сколько сейчас время? 12 часов дня. Не знаю, в общем, сейчас дождемся Милану и посмотрим, что спрошу у нее, что случилось. Адриашка до сих пор спит, а я здесь не знаю, какой коврик выбрать. Вот нашла на Allegro коврик, размер 180 на 200, цена 139 злотых. Они двухсторонние, вот два вида картинок. 180 на 200. И вот второй коврик, размер 180 на 150. Разница в 10 злотых.
Вот тоже двухсторонний. И вот не знаю я, какой купить по размеру. 180 на 50 или 180 на 200. У кого есть такие коврики, подскажите, пожалуйста, какой будет удобнее для ребенка. Не знаю, не маленький ли 180 на 50. Вот фотка. Ну такой, то есть он не сильно большой, не сильно маленький. Не знаю, может быть, он маловат будет, когда дряжка подрастет. Ну вот он такой вот ребенок там. Или побольше взять. У кого такой коврик? Посоветуйте, какой заказать. Я пока не знаю. Пока оставлю в закладках. Подожду ваши комментарии и подумаю, что делать. Ну все, в принципе, дорогие мои, это видео, я думаю, подошло к концу. Хотя есть еще много что снимать. Еще весь день впереди. Сейчас только 12 часов дня. Но видео все-таки называется «Мое утро», «Наше утро». Поэтому хотела снять именно утро. Конечно, день получился не совсем выходным для нас с Владом, так как Милану сказали забрать со школы. Димку заберем попозже, в часов где-то 4 вот так вот, садик до 5 работает, и школа тоже. Вот, поэтому сейчас Милана придет, посмотрим, что там с ней. Расскажу, может быть, посмотрим. Ну а так, в принципе, видео подошло к концу. Сегодня вообще планирую дальше просто заниматься обычными бытовыми делами, одряжкой, уборкой. И, в принципе, все. Все как у всех. Если вам видео понравилось, не забывайте ставить лайк, писать мне комментарии. Мне очень приятно. Я буду ждать комментарии, кстати, по поводу этого коврика по размеру. Не было такого коврика у меня никогда, но всегда хотела, поэтому буду ждать ваши комментарии. Посоветуйте, пожалуйста. Надо еще подумать даже, где его держать, этот коврик, и где его расстилать, чтобы еще Тед его не сгрыз. Потому что Тедик у нас... Да, Тедик? Пришел Бармалей. Тедик у нас Бармалейкин. Любит погрызть что-то, когда никто не видит. Да? Скажи, когда никто не видит, я люблю все грызть. Все, милашка пришла, Адриашка проснулась в комнате там. А милашка заболела. Милана заболела, я уже померила ей температуру, температура 37,7. Так что будем мы отдыхать. Непонятно, где она подхватила это все, в школе, может, от кого-то, или не знаю, короче. Так что будем мы... Хорошо, что завтра, сегодня пятница, завтра, послезавтра выходной, может, за выходные как раз отойдешь, и в понедельник опять с новыми силами в школу, да? Ну все, ладно, будем сейчас отдыхать. Вот такие вот у нас дела. Заболела милашка, будем лечиться. Надеюсь, никто не заразится, и все это быстро пройдет за выходные. Так что вот такое вот у нас... Утро получилось сегодняшнего дня. Ну, а теперь буду с вами прощаться. До новых встреч. Всем пока-пока.